Палаточный лагерь для мобилизованных с необходимой инфраструктурой помогли оборудовать сотрудники подведомственных краевому Минлесхозу учреждений и участники рынка лесной отрасли в Приморском крае. По поручению губернатора Приморская авиабаза, Приморское лесничество, дирекция по охране объектов животного мира и представители арендаторов лесных участков занимаются обустройством лагеря для размещения прибывающих из запаса резервистов. Но это сделано для того, чтобы бойцы могли максимальное время посвятить подготовке, как следует потренироваться перед отправкой на фронт. Ну а наша задача, соответственно, создать им достойные бытовые условия. Здесь более 70 сооружений всяких разных. Мы сами разработали конструкцию, как нам обустроить нары, полы, печи установить. Отдельную благодарность получили участники рынка, которые безвозмездно предоставили более 200 кубометров пиломатериалов и 45 кубометров дров. Муниципальные власти обеспечили 1500 квадратных метров утеплителя для оборудования спальных мест и машину угля. С электрикой помогли муниципальные унитарные предприятия Владивостока. На данный момент практически все палатки готовы. Вот, то есть кухни уже тоже есть готовые, умывальники делаются. Вот. Ну, по кухням у нас на данный момент готовы 3 полевых кухни. С начала специальной военной операции предприятия лесной отрасли Приморья активно помогают военным. Совместно с министерством они оказали финансовую помощь, закупили и отправили войска снаряжение и оборудование более чем на 40 миллионов рублей. Артем Белов, новости на 8.